Друзья, всем привет из Леруа. Показываю, что здесь есть после праздников. В общем, вот такой спатифилум 888 рублей. Шопен. Хлорофитумы. Вот такой вот красавчик по 398 рублей. Значит, что здесь из интересного? Это вот такой еще. Сингониум Red Heart. Красивенький. Цену я, к сожалению, здесь не вижу, но я его показывала в прошлый раз. Он был на других полках совсем. Сейчас он здесь, но тысячу с чем-то рублей, по-моему, он стоит. Это я вот вам вот эту круглую витринку показала. Ну, все трусы, они здесь были 1500, 1555 рублей. Внизу шифлеры большие, 422 рубля. Гузмани по 1300, вот здесь вот притаились. Хидеры, хидерки. Сейчас посмотрим цену. Хидеры не вижу. Шифлера 733. Вот эта вот хидера очень красивая. Смотрите, как она уже выросла. Красота, красивое растение. Ну, сейчас пойдем сюда посмотрим. Здесь на впереди агланемы крит 1300 рублей. Уже начинают подсушивать листики, уже их надо разбирать. Вот не знаю, с этой ситуацией теперь с ценами на цветы. Возможно, другие партии, если Леруа не будут закрывать, то другие партии придут, наверное, скорее всего, очень дорогие. Или долго не будут приходить, потому что пока вот это вот все стабилизируется, вот эта логистика и пути вот эти, и курс, я не знаю, по какой цене они даже могут быть вообще. И будут ли они вообще еще новые партии. Поэтому, если кто-то что-то хотел именно купить, долго думал, то мне кажется, лучше купить сейчас именно по старой цене, потому что потом цена будет очень высокая на растение, мне кажется. Все-таки это все из Голландии, это все от евро, поэтому если кто-то что-то хотел, лучше покупайте. Ну, вот такая сансевьерия микадо 833 рубля. Красивая. Гордении. Гордении по 855 рублей. Красивые кодиумы, тут несколько видов, в основном такие желтые тона, желто-зеленые, красивые тоже, свеженькие, хорошенькие, смотрите, какой классный, какой красивый, пушистый, 622 рубля. Спатифилум Шопен маленький, 333. Лавры по 522. Есть алоказия поле, но цена у нее с другой стороны. Я сейчас обойду, покажу. По-моему, 622, что ли, что-то такое. Фикусы. Эластика 455 рублей. Замики по 598, небольшой горшок. Вот такие вот. Агланемы по 1055. Агланемы тут, ну, разных совсем. Вот такие есть. Есть вот Мария, Кристина. Вот такие. Еще вот такого вида есть. И вот какие листики еще красивые. А, еще вот такой вот. Ну, не знаю, то ли света ему не хватает, то ли он такой темный должен быть. Такой вид еще. Здесь тоже стоят сингониумы 1222 рубля. Красные вот на Red Heart похожие, но я не знаю, Red Heart это или нет, не буду я сейчас утверждать прям точно. Вот такие вот. Эти, кстати, очень давно стоят уже, они даже подросли. Еще фикус эластика варигатный 455 рублей. Бенджамина вот такой варигатный хорошенький с крупными листами, классный, по 1055 рублей. Поставим. Вот, и еще очень много колотей, тоже разных сортов, с
798 рублей. В общем, сорта вот такие. Сейчас покажу вам листик. Вот такой красивый, смотрите какой. Такие вот эти волнистики. Кто-то мне уже говорил их название, но я, как всегда, как обычно, же не запоминаю. Вот такой миста, по-моему, это или нет. Ну, я не знаю. Нет, у миста другой окрас. В общем, так, маранта такая, триколор, по 777 рублей. Есть гузмания, цвет вот насыщенный, какой красивый. И есть еще оранжевый и желто-оранжевый, 1055 рублей. Монстерка тут одна стоит, 955 рублей. И хамидорея тоже тут уже такая, по 1300. Фикус Али, он здесь очень давно, 2998. Сейчас будем обходить, смотреть. Здесь вот еще плант микс по 233 рубля. Ну, тут в основном хидеры, драцены, хамидореи, фитонии, и все, пожалуй, больше ничего нет. А еще фикус вот такой маленький, 233. В этой палетке есть маранта, тоже хорошенькая. Есть аспарагус по 355 рублей. Это палеточка. Так, и вот показываю агланемы. Ой, агланемы, господи. Алаказии по 622 рубля. Вот эти поле стоят. Ну, вот такие красавчики еще. Остался маленький сингониум пикси. 1222 рубля они стоят. Пикси и вот такие вот еще остались. Тоже давненько стоят. Жасмин 822 рубля. Уже отцветает. Я, кстати, успела взять на уценочке, когда снимала семена в обе. Там было 3 жасмина стояло на уценке и драцена. И я вот один жасмин взяла себе беленький. Пожалела что-то его, он был на ободке, знаете, такой оплетен. Я его принесла домой, распутала это все, подвесила. Сейчас висит у меня. Не знаю, приживется, нет, но пахнет на всю квартиру. Такой. И дорогой достаточно такой. Смотрите, 822. А я его взяла на уценке за 139 рублей, по-моему. Или за 132. Что-то такое. Вот еще какие есть калатеи. С этой стороны еще покажу. Ну и пойдем сюда, сейчас посмотрим. Здесь калы желтые, цены на них нет. На бромелии вот есть, вот бромелии красивые, желтые, красные, по 798 рублей. Вот там еще красавцы тоже есть красивые. Монстера Monkey Mask 977 такая. В общем, ну и там вдалеке опять же сингониумы и вот красавцы Red Heart. 1222 рубля. Мурдания тоже уже очень давно они здесь даже. Немножко мне их жалко, то что они уже тут и отцвели, и подзасушили листья. В общем, еще есть. 755 рублей. Кодиумы. Там вдалеке ярко-красные, прям красивые. Посмотрите, какой лист красивый. Так, и такие кодиумы по 698. У меня вот такого сортика нету, красивый. Так, хамидореи 522 рубля. Фикус лирата немного уже весь погрызан, я не знаю, поврежден. 1500, 1555. Ну, давайте тут посмотрим еще, что есть. Ну вот, побольше за миокулькаста 1222. Пахиры
тоже 1222. Драцены пестрые 522. Камелии 1333. Вот эти уже отцветают, а там я на полу видела палеточку с еще с бутонами камелия, свеженькие. Сансивьерии 855 рублей. Вот эти лауренти. И муншайны 1055. Муншайны уже даже подросли здесь. Тоже давно. Фикус Наташа 477. Биркины что-то уже немного пропадать начинают. Никто не хочет их покупать. Но вот этот вот красавчик-то какой. Ну, может, дорого то, что 977, не знаю. Если было по 600 чем-то. Такой. Ну, вот этот вот очень хороший. Прям красивенький, пестренький, хороший. Если бы я выбирала, я бы, наверное, вот этот вот забрала. Так, пепперони Лилиан 633 рубля. Это вот такие. Вот эти, я не пойму, хамидореи. Это у них такой окрас или повреждение листьев. Ничего не понятно мне, что это такое за варигатность такая. Вот, в общем, подскажите, если знаете. Может, это какой-то новый сорт. Но я такое не видела. Вот видите, какое. Такая хамидорея 233 рубля. Ну, а есть просто зеленые, обычные. Может, это ожог, я не знаю. Так, фикус Бенджамина 522, пестрый. Вот такие красивенькие тилансии 733 рубля. Хорошие. Маленькие хидеры. Тоже много их. Свежие 188 рублей. Кодиумы маленькие 250. Ну, тоже в основном оранжевые, оранжево-желтые, зеленые, красных нет. Фитонии 211. Тоже разные. Вот этот интересный такой. Вытянулся уже. Прикольно. Ну и здесь агланемы. Разные. Spotted Star, по-моему, сейчас вот эти вот. Сейчас прочитаем. 1333 рубля. Ой, какие красивые вот эти розовые. Вообще очень красивые планенки. А у этой вообще это красный лист. Прям яркий. Красивенький. Сюда пойдем посмотрим. Опа. Что здесь есть? Какие орхидейки? Вот фаленопсисы на двух цветоносах 1222. Вот такие вот красавцы. Тут видно, что подразобрали уже. Цветов мало. И видно, что купили. Ну, вот эти вот мультифлорка фаленопсис 1055 рублей. И вот эти совсем миньки, они по 622 рубля, вот эти вот хорошенькие, маленькие. Ой, какой классный. Очень красивые. Так, ну и вот эти вот орхидеи Камбрии, вот они по 1055 рублей. Есть сингониум неон робуста маленький, 355. Это вот такой горшок 7-й. Тоже хорошенькие. В таком ростике бурном. Тоже можно выбрать себе попушнее. В общем, классные. Сейчас обойдем немножко. Что здесь? Здесь папоротники. Невролеписы по 1111 получается. А нет, по 900, по 977 рублей. Ну, есть еще вот такие орхидеи. Так, это синий был, синих здесь нет уже. Вот такой вот раскрас есть красивый. Тоже красота. Дендробиумы уже отцветают.
Уже скоро, наверное, тут опять, я надеюсь, будут новые завозы. Я прям теперь не знаю с этим курсом, что будет дальше. Вот такой красивый фикус Даниэль, заплетенный вот решеточкой по 6,446. Красота. Ну и здесь, конечно, еще очень много цветов. Просто прогуляемся, посмотрим, какая красота. Вот здесь свежие дендробиумы. Можно вот посмотреть. Они по 1555. То есть есть беленькие, желтая середина, есть вот с такими мазками, как розовенькими. И вот такие красивенькие. В общем, выбрать есть из чего. И камбрии тоже очень много. Цвета тоже разные. 1055 рублей. Красота. Ой, очень классный запах. Иди, вот не знаю, от какого это цветка, от камбрии или от какого-то другого даже. Ой, нет, это от камбрии, прям идет от них. Вот этот вот цвет тоже необычный. И вот такой, очень красивый. Вот сейчас еще покажу красавца этого вот. Смотрите, какой классный. Вообще. Очень надеюсь, что поставки не прекратятся, конечно, более-менее по нормальной цене. Жалко терять такую красоту. Вот эти вот гузмании по 1055. И бромелии по 798. Тоже много подарочных упаковочек. Вот к праздникам, как привезли, сердечками. Красивые. Дальше посмотрим. Есть ананасы декоративные. По 1777 они. Есть вот такой вот орхидей такой интересный. Вот, смотрите, какой. Это Пафилопедиум, 1444 рубля. С полосатыми красными, классными листиками пятнистыми. Листья, конечно, у него вообще здоровские. Ну и цитрусов очень много. 2,333. Цитрофортунеллы. Здесь тоже мини-бонсайчики по 977 немного есть. Вот такой вот красавчик. И вот эти тоже классные листики у них красивые. Вот такие. Розы кардана. Ой, нет, это не кардана. Это роза стар. 250 рублей. Горшочки, цветов полным-полно всяких разных. Такие вот по 250 рублей. Здесь на троллях хризантемы. Хризантемы вообще сейчас по 155 рублей. О, по 150 рублей. Кто хочет, я знаю, что некоторые их дома выращивают, неплохо растут у некоторых дома, но у меня слишком сухо для них. Вот эти вот, по-моему, сборный карнавал или когда карнавал. Трехцветки в горшках, красивенькие. Тоже уже очень недорого. Ну и вот еще какие красивые есть орхидейки. Это вот такие, смотрите, какой классный. Сейчас я его спущу. Я не знаю, кто это. Вот, смотрите, какие цветы. Сейчас найду. А, это тоже дендробиум, оказывается. Ого! Но у него другие немножко листья, немного он по-другому растет. Классный. Цена на него... Цены нету на него здесь. Есть только вот на Фаленопсис и Микс по 1777. Тоже уже здесь от цветашки можно выбрать. Красивые. Есть Кливии. Кливии тоже сейчас... Если цена есть, нету цены, к сожалению, но это свеженькие цветочки. Мультифлорки. Так, цвета разные тоже, 1500, 1555. Разные, тоже можно себе найти что-нибудь. И вот такие высокие. Один цветонос, 755 рублей. Тоже белые, розовые,
темно-сиреневый, даже один желтый есть с розовой серединкой. Здесь каланхоя. Каланхоя по 422 рубля. Тоже еще очень много, кто хотел, может себе собрать целую коллекцию. Есть по 355 рублей. Вот эти вот каланхоя Happiness 422, а это каландива 355 рублей. Я так понимаю, у каландивы очень огромные листья какие-то, но цветы не такие, как бы пушистые, что ли. А вот у этих более цветоносов, что ли, больше. Я не знаю, у меня когда-то дома был каланхоя, самый обычный. Он цвел не розочками такими, а просто вот такой, знаете, сиреневый. Он цвел постоянно. А вот эти именно каланхои, когда я домой приношу, они почему-то очень быстро пропадают. Я не пойму, в чем дело. Что не так? Так, вот такие... Ой, толстяночки обычные самые. Гипиаструмы. Гипиаструмы, интересно, какую цену, мне бы интересно было. То есть они вот все на бутончиках стоят. Гиацинты тоже на бутонах. Вот эти вот красивые антуриумы я показывала в прошлый раз и цену называла. Здесь цены нету. Я вам просто покажу. Вот такой вот красный есть. Есть темный Black Love. Вот такой. Есть такие же, только побольше размером. Вот, смотрите, какие красавцы прям. Ну, пыльненькие, правда, немножко, но ничего. Очень красивые. Ну и здесь лососевого цвета антуриумы. Розовые. Красивые. Много, как бы, в этот раз антуриумов привезли. Сейчас пойдем сюда посмотрим. Здесь еще стенд с орхидеями по 755 рублей. Орхидейки. Вот этот очень интересный цвет. Смотрите, какой красивый. Красота. И вот этот тоже неплохой. Посветлее. Ну и желтые. В общем, на любой вкус можно себе найти. Ну, а здесь уже саженцы, луковичные, все-все. Здесь решили все цветы переместить туда теперь, а все саженцы поставить сюда. Ну, так как сезон, и прям со входа все это видно. Есть и смородина. Здесь красная, черная. В общем, садовые, наверное, я не буду уже показывать. Я тут много чего показывала. Кстати, кто-то спрашивал про клематисы, но это было в другом магазинчике. Это было, по-моему, в Ау-центре. Кто-то мне возмущался, что я цену не сказала. Но тут вот такие клематисы. Тайга. Они стоят по 998 рублей. И внутри вот выглядят вот так вот, такие саженцы. Так, сейчас гляну еще вот сюда. Тут так все расставили, что я не знаю, что показывала, что нет. В общем, тут все. И смородина, и голубика. Голубика 498 рублей. Вот какая-то актинидия, не знаю, что это. Ну, плоды у нее даже 477 рублей. Смородина черное созвездие 233 рубля. Ну, они еще только-только начинают просыпаться. То есть... Ну, и тут очень много всего. Луковичных, ирисы, фрезии, георгины.
Вот кто-то мне там тоже в комментариях возмущался, что я не могу там хризантему от георгин отличить. Ну, извините, у меня нет своего сада. Для меня вот это вот очень похоже на хризантему, например. 298 рублей георгины. Ой, что я увидела? А нет, мне показалось, сейчас, подождите, надо уже заканчивать, наверное, показ. Нет, это не оно. Я думала, знаете, что это? Я думала, это зефирантес желтый. Я такое очень давно хочу, но нет, это другое совсем растение. Ну и гладиолусы. В общем, много-много-много всего. Цены разные. Я в прошлый раз показывала это все. Так что, друзья, если вам было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.